Всем привет! Я, значит, хочу похвалиться очередными своими ниточками, которые мне пришли с сайта. Я все время на нем заказываю. Вот, ну, в общем, мне пришли 8 моточков вот такой пряжи. Вот. Кому интересно, приостановите, посмотрите. В общем, вот такая вот пряжа интересная, красивая. Я еще из нее не вязала. Ну, вот, в общем, 8 моточков у меня здесь. Так, еще, значит, вот такая пряжа мне пришла. Это акрил. Вот такая вот интересная, красивая. Я начала... У меня остался вот этот последний моточек. Я решила заснять, потому что если я его свяжу, то как я не смогу показать моточек. Вот какой пришел моток. Вот, в общем, вот такая вот интересная пряжа. Мне она как-то понравилась, я сразу в нее как-то влюбилась. Вот, и в общем, и начала вязать кардиган. Вот, в общем, я вот связала полочки. У меня полочки целые по кругу. Не по кругу, я туда-сюда вязала, обратно. Туда и обратно. Вот вязала. В общем, оно у меня будет на поясе без застежки. Вот, надо будет отгладить, потому что все время вот заворачивается этот край. Я связала рукав вот один. Вот я уже связала. Рукав буду сшивать, потому что мне так тоже удобнее вязать и быстрее намного. Я начала вот второй рукав вязать. Вот сейчас свяжу второй. Сегодня я вечерами вяжу, потому что днем мне некогда. Я довяжу второй рукав сегодня. И потом, значит, я пущу вот эту пряжу. Распущу, довяжу, сколько у меня там. Ну, в общем, я хочу такой подлиннее связать, насколько пряжи хватит. Я выписывала 8 моточков. Я, значит, из этого довяжу вот здесь. У меня еще вот столечко довяжется. И потом из этого моточка, и что здесь осталось с рукавов, вот по 2 вот таких вот будет у меня, пойдет на реглан сверху. Вот, и я закончу свою работу. Вот, ну, в общем, вот эта пряжа у меня идет на, значит, на долговяз, который вот я тоже выписывала 8 моточков. Вот, я начала вязать кофту. Кофту в теплую, 2 нитки, вот такой вот узор. Ну, я пока его убрала. В общем, пусть полежит, я чуть-чуть попозже его начну вязать. В общем, ну, вот такие вот у меня вязалочки. Вот. На этом я с вами прощаюсь. Пока-пока.